Всем привет, с вами Панда, и вам сегодня рекомендую подписаться на канал Scorpion Lens. Возможно, вы его знаете, у него было на канале 2500 подписчиков, но он случайно удалил канал и по новой создал его. А тем, кто его не знает, скажу, что у него на канале находится Ultimate Team, карьера и сезоны. В общем, канал по FIFA, и всех, кого заинтересовало, ссылочка будет прямо в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Panda FX. Сегодня у нас будет Pink Slips на Серхио Агуэро. Серхио Агуэро, который стоит 1 000 000 000 000. Это будет Pink Slips со стороны подписчика. То есть выставляю не я игрока, а выставляет мой оппонент. Собственно, если я выиграю, то оставляю его себе. Собственно, поехали. Так, форма. Есть у тебя какой-нибудь другой цвет? Ладно, похуй, давай красный цвет и погнали. Смотрим, что у нас команда. Мура ФК. Это опа-на, Шурли РФ в атаке. Собственно, моя фишечка, Руни, Туре, компании, Калкер. Неплохая команда, неплохая, хоть немного стандартная, но... И это дождь. Нет. Это самый ебучий дождь. Так, Джерард, может пробить Джерард? Ох, опасно! Старичный Гюндагана. Гюндаган на Ройса. Марко Ройс может пробить, ему вообще любая дистанция нипочем. Надо страховать, страхуем, парни. Джерард, Шурли, Руни. Шурли обратно на Руни, давай, бей. Опять чех, да что ж ты будешь делать, стена, блядь. Давай, Гюндаган, забивай, Гюн... Это что? Что это было? А, это угловой, блядь, я думал, это я так ударил. Чуть не охуел от кошмара увиденного. Ой-ой-ой, как я ошибаюсь, очень сильно ошибаюсь, могу поплатиться. Вратарь на месте, выносим. Опа, штрафной. Опасный штрафной может быть, чуваки, кстати. Если уж говорить о штрафных, то там навесик может быть на кого-нибудь. И что-нибудь произойдет нехорошее. Ну вот о чем я говорил. Головой забивает нам Калкер на 32-й минуте. Вот. Ой-ой-ой. Может здесь что-то получиться. Забегай, Уэйн Руни, забивай! 1-1. Уэйн Руни на 37-й минуте делает счет ничейным. Почему бы и нет, собственно? Почему бы не пробить Джерардом? Прям в руки чеху. Прям вот, прям в руки. Ох, опасно могло быть, опасно. Все чаще и чаще соперник подходит к нам. О, боже, как ужасно выносит Адлер. Кошмар просто. Первый тайм у нас заканчивается. Счет 1-1. И статистика 7 ударов против 3. Ну, были у меня моменты, когда я мог забивать, но что-то чех не хочет, чтобы я забивал, похоже. Ой-ой-ой-ой, пас какой на Марко Ройса. Марко Ройс может сейчас все решить нахрен. Забивай, Джерард, добивай. Нет, не смог добить Джерард. Стивен Джерард ошибается, Стивен Джерард. Здесь может быть встречная атака, Алаба. Не ошибайся. Ой-ой-ой, забивай. 2-1. 2-1, Илкай Гюндаган на 57-й минуте выводит нашу команду вперед. И Агуэро стал чуть-чуть ближе ко мне. Ой-ой-ой-ой, Стивен Джерард, перебрасывай, Джерард! Охуеть, как же я перебросил все в этом мире. Кошмар. Ну давай, Уэйн Руни, молодец. Пас на Шурли, тут давать есть кому? Есть! Гюндаган бьет! Ай, блядь! Гюндаган мог сейчас сделать дубль. Мог, но не смог, к сожалению. Нет! И все-таки это второй гол. Реми делает счет 2-2 на 78-й минуте. К сожалению, не удержал я свое превосходство. И надо идти в атаку теперь. Из-за дождя, чуваки, очень многое не получается. Там, блядь, эти хуеплеты иногда не допрыгивают. Скользят что-то. Так, Старич, Даниэль Старич. Летит по флангу. Здесь вот так вот обойдем. Можем стрельнуть! К сожалению, ничего не получается здесь. Может быть, опасные моменты! И что, офсайд? Блядь. Сука, офсайд. Даниэль Старич может ударить! Добивай! Куда ты бьешь? В пустые ворота, и он бьет прям во вратаря, в руки его. Что за пиздеж? Охуеть. И все, нас ждет овертайм, чуваки.
Нас ждет овертайм. Нервная игра, блядь. Ну, моментов у меня миллиард. Смотрите, 16 ударов против 4. То есть он 4 раза поворотом ударил гол. А я бью 16 ебаных раз, 8 раз в створ, и нихуя у меня не залетает. Я не знаю, что мне делать. Так, Марко Ройс. Марко Ройс по флангу. Здесь так уйдем. Может закрутить Марко Ройс. Я знаю, он может! Он может, но на этот раз он не смог. И угловой. Угловой Стивен Джерард подает. Стивен Джерард. Так, Балахор! Как? Ну вот опять начинается. Штанги перекладины. Ой-ой-ой. Руни, забивай, Руни! Да что ж ты будешь делать, блядь? Нихуя не залетает, чуваки. Чё за бред? Сколько раз мне надо ударить, чтобы у меня наконец-то что-то залетело, блядь? Это просто бред какой-то! Пенальти! Ну повалили меня! Да! Да, пенальти. Пенальти все-таки ставит арбитр, блядь. Там меня отпиздили 500 человек, блядь. И Стивен Джерард. Стивен Джерард будет бить. Блядь, я даже не... Я волнуюсь. Вправо. Вправо! Он просто великолепен. Стивен Джерард просто... Отменный игрок. Великолепный. Полузащитник, мой лидер, вождь и человек, который решает все. 3-2 счет. Я думаю, Акбалахор сможет спасти этот матч. Не знаю, вот у меня вот такое предчувствие есть, что Акбалахор сможет вытащить этот матч. Ой-ой-ой, Акбалахор, забивай! Ну и тут уже все ясно, 115-я минута, Габриэль Акбалахор. А что я же вам говорил, этот парень спасет матч. Я был уверен в этом парне, он просто вышел и забил. И поставил жирнейшую точку, счет становится 4-2, и тут же все ясно. 4-2, Акбалахор, Джерард, Гюндоган, Руни, все разные игроки забивали. Очень нервный матч был, несмотря на преимущество мое в дохуя тысяч. Ну, смотрите, 24 удара против 4. Несмотря вот на это вот преимущество, матч был довольно-таки нервный, и все решилось в первом овертайме. Так что все, спасибо моему сопернику за Pink Slips, спасибо ему, так скажем, за Агуэро. И все, с вами был PandaFX, всем пока. Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX, и мы продолжаем играть в FIFA 14 Ultimate Team в новом варианте, и сегодня мы откроем все так же...